Привет-привет, дорогие подписчики и зрители, всяко разное из Китая, я вас приветствую. Получил загадочную посылку, которая, не знаю, пришла без трек-номера, присвоен российский трек-номер. Я не знаю, что на ощупь, я щупаю что-то мягкое, но в то же время и жесткое, какие-то грани там чувствуются, но, в общем, мягкое. Написано КВ там что-то 0069. Оценена в $2. Давайте посмотрим. Загадочная посылка. Я даже не представляю, что здесь может находиться. Так, скрываю. О, да-да-да. Ничего себе, ребята. Опа. Та-дам. Все, пакет пустой. Это презервативы. В количестве 50 штук должны быть. Я уже вернул за них деньги, так как посылка шла очень долго, и, как видите, продавец отправил ее без трек-номера. Так, сейчас мы достанем все. Вот такие вот штучки у нас. Так, у нас лента идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 штук. 1, 2, 4. 4 по 12, 48 и 2 в довесок, 50. Ну да, все правильно, конечно, он передал, но я просто заказывал перед новогодними китайскими праздниками, то есть перед китайским Новым годом. Поэтому я предполагаю, что из-за этого произошла задержка. Продавец слезно просил вернуть деньги, то есть я открыл спор, он мне вернул все деньги, около $5, по-моему, она стоит, вот эти 50 штук. Продавец вернул деньги, но просил, говорит, если придет, пожалуйста, верните деньги. Я говорю, конечно, если придут, я вам обязательно верну. Ну что, ребятки, давайте протестируем, что ли. Сейчас я возьму один и просто-напросто протестируем. Вы не думайте, не то, что вы подумали. Мы сейчас наполним водой один и посмотрим, выдержит ли он. Ну что, ребята, да, начал я, короче, его раскручивать, и смотрите, что произошло. Они тупо разорвались. В общем, продавец своих денег не получит, конечно же, потому что, ну что это, разве это товар? Просто я даже не успел его развернуть, как он уже разорвался. В общем, фигня, не берите ни в коем случае, но ссылку на всякий случай оставлю под видео, чтобы вы случайно не купили такой товар. Поэтому товар гадость, не тратьте деньги, лучше, если хотите реально предохраняться, покупайте в аптеках, в хороших официальных аптеках. Это мой вам совет. А это все китайская ерунда. Ну все, ребятки, вот такой тест неудавшийся. Я уверен, что это все мусор. Желаю вам здоровья, предохраняйтесь, и жизнь будет прекрасна. Пока-пока.